экономика наша растет района. Программы все, которые здесь на территории Чистопольского муниципального района были запланированы, они все выполнены. Ни одна программа не свернулась, в том числе и наш двор, общественное пространство, капремонт, строительство, какой мы приемно-диагностическое отделение построили в ЦРБ. Руководитель исполкома муниципального района Эдуард Хасанов в разговоре с трудовым коллективом предприятия «Тацеликом» обозначил основные итоги ушедшего года и обсудил вопросы, волнующие чистопольцев в настоящее время. 6 улиц, 1 контейнер – это мало. Или 2-й контейнер нужно поставить? Нет, 2-й контейнер обязательно нужно ставить всегда. Телефон, пожалуйста, продиктуйте. Поставить дополнительные мусорные контейнеры в микрорайоне пристани, отрегулировать освещение в одном из скверов, обратить внимание на безопасность дорожного движения, особенно в микрорайоне часового завода, в частности, возле детских садов и дома медиков, основные просьбы. Даже дома вы вопрос зададите, подземку построить, например. Может быть, даже до этого мы дойдем. Но у нас было это в голове, была эта мысль, да? По линии безопасности дорожного движения. У нас были 2 участка. Один участок, по-моему, где мы хотели, возле 18-го, что ли, да? Один возле дома медиков. Надземный переход мы хотели так сделать. Ну, к этому можно вернуться. Может быть, даже нужно. Все предложения чистопольцев будут учитываться в дальнейшей работе. На встрече присутствует руководитель организации городских служб, которые также принимают участие в обсуждении.